С личным визитом Ульяновск посетил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Поводом для визита стали не рабочие вопросы, а семейные. На доме номер 11 по улице Кузнецова в Ульяновске открыли мемориальную доску в честь деда гостя, почетного гражданина региона, орденоносца Михаила Козлова. Напомним, что с 1954 по 1984 годы Михаил Николаевич курировал работу по благоустройству Ульяновска. Занимался строительством авиационно-промышленного комплекса, создавал объекты социальной сферы. Ленинский мемориал, Ульяновский педагогический университет, центральной площади города. По словам Михаила Дегтярева, его дед был примером для многих однопартийцев. Он отличался тем, что всегда брался за самые сложные архитектурные проекты и в срок доводил дело до конца. Я в любом случае могу сказать точно, я беру с него пример. Потому что когда я был совсем маленьким, я вот по этим улицам ходил и наблюдал за тем, как он работал. Он уже завершал свою государственную карьеру, это была середина 80-х годов. Отношение к делу было заметно для меня, для мальчишки. На открытие мемориальной доски приехали почетные гости и близкие Михаила Козлова, которые отдали дань памяти и возложили цветы. Заместитель губернатора Ульяновской области Александр Коробко приветствовал всех от имени главы региона Алексея Русских. Михаил Николаевич Козлов принадлежал к поколению, великому поколению тех, кто после Великой Отечественной войны, после тяжелых времен строил и украшал Ульяновскую область. И хотелось бы, чтобы в первую очередь молодое поколение всегда помнило, ценило, уважало и с большим почтением относилось ко всем людям, которые внесли свой вклад в развитие Ульяновской области. По словам главы города Дмитрия Вавилина, на этом открытие мемориальных досок в Ульяновске не заканчивается. Вот это действие, оно направлено в первую очередь на воспитание в нашей подрастающей молодежи от чувства того, что мы сопричастны вообще к историческому развитию города. И на таких примерах мы как раз и хотим показывать молодежи, что у нас очень много перспектив, у нас очень много горизонтов, и каждый житель города может достичь вот таких высот. Помимо открытия монумента, Михаил Дегтярев посетил в Ульяновске самые любимые места из детства. Погулял по площадям города, посетил музей УАЗ и по достоинству оценил автомобильный кластер Ульяновска. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.